месяца. Однажды я посадил семечку и начал за ним ухаживать, удобрять, поливать, рыхлить. Оно росло, росло и выросло. И я заметил, что они похожи на нас. Когда им хорошо, они цветут и пахнут. Когда им плохо и холодно, они вянут и погибают. Конечно, если за ними все время ухаживать, они нам дают новые плоды. И становятся они краше и лучше. Вот из такой семечки получилась целая семья. Любите и берегите свои семьи.